Всем привет! Продолжаем играть в Вальхейм. Продолжаем исследование нашего острова по береговой линии. Так. Отмечаем всякие подземелья и так далее. Смотрите сразу, сколько домиков кирпичных. Так, давайте отметим. Так, нет. Вот с этим парнем шутки плохи. Это же у нас... А, нет, это не хиллер. Это, по-моему, обычный. Так. Давайте быстро меточку поставим. Так. Хотя... Надо же зайти посмотреть, что в этом домике есть. О, а тут и пчелки есть. Что с ними сделать можно? Вот что с ними можно сделать. Так. Ты наш отравитель или кто? Так, кто бы нам выкинуть? Да блин, откуда вы беретесь? Нельзя уже без вас нормально побегать. Так, ну, одна доска нам точно не нужна. Мед. Мед может пригодиться. Всю еду мы также сюда перекинем. Да блин. Идите отсюда, гуляйте куда-нибудь. Да ё-моё. И конца, и края нет, да? Так, это точно нужно. Ну, вот эти не знаю. Этих у нас уже тоже дофига. Перья пригодятся. Это пригодится, это нужно. Вот дрова. Камень не знаю. Вот это обязательно. Вот эти вот всякие камушки тоже, я не знаю, нужно нам или нет. Давайте тогда дрова и камень мы скинем, потому что в любом случае мы их сможем забрать. Так, пчелок мы получили. Получили. Погнали дальше. И по весу. По весу тоже все нормально. Так, продолжаем наше исследование. Не знаю, правильно ли мы делаем. Так, мед и ягодки. Что, путешествуем ночью? Ну да ладно. Ух ты. И там еще какой-то остров. А мы можем метку через карту делать? Так, ну как-то так, да? Да. Или подождите, или это опять все как-то вот так будет загибаться? Но это же жесть будет. Я так домой не попаду. Я думал, этот остров не особо большой. Оказалось, совсем не так. Так, ты у нас кто? Здоровый какой-то дядька. Опасный, наверное. Так, пробивает, да? И довольно неплохо. Поэтому делаем следующее. Ух ты. Ой-ой. Так откиснуть можно. Давайте вот так. Да, ну конечно, когда у нас стамины мало.
восстанавливается она ужасно медленно. Но, кстати, вот этот приемчик, я думаю, можно использовать, потому что он даже откидывает наших врагов. Но главное вовремя его делать просто. А то так... Да ё-моё, а? Ладно. Валиваем. Ночь — это не время для драк. Так, там уже домик какой-то наших мобов. Мобцов. Так, почему иногда подлагивает? Так, сможем ли мы домик снести? Ну, почти. Так, или нужно топором все-таки домик пилить? О, ну конечно, топором. Так, теперь... Ой-ой. Перебегаем. Домик снесли и бежать. Вот вся наша тактика. О, все-таки утро наступает. Дождались. Так, залежи меди. Давайте тоже отметим. Так, что у нас здесь написано? Так, ну понятно, опять предостережения всяческие. И все это черный лес. Однако большой. И никак мы не можем адекватное место найти, где этого черного леса нет. Так, ну, что-то мы очень сильно уж закругляемся. Ну, точнее, уходим от нашей точки изначальной. Я думал, остров-то как-нибудь вот здесь вот так закончится и все. А он вон какой здоровый. И это мне совсем не нравится. И вот там еще продолжает что-то быть. Блин, я не удивлюсь, если вот здесь вот так опять же какой-то поворот нужно будет делать. Так, ну это, конечно, переплывать надо на каком-нибудь корабле или лодке, но когда нам дадут все это построить, пока непонятно. Наверное, нужно апгрейдить кузницу и верстак до 4 уровня, и там уже будет ясно, что мы можем, а чего нет. Господи, как же долго бежать, ё-моё. Так, ну опять же, неинтересно. Ничего нового, так сказать. Хорошо, хоть бежим довольно быстро. Интересно, правильно мы делаем, что исследуем все это пешком? Может, надо было нам просто дождаться крафта корабля? Ну, наконец-то. Вышли мы на более-менее маломальски адекватные луга. И теперь что нам нужно искать? Нам нужно искать березу. Вот она. Ну-ка, момент истины. Пробуем. Так, нет, сначала вот это вот уберем отсюда, чтобы не портил на момент. И смотрим. Ну, наконец-то, можем березу рубить. Так. Окей. А это что мы? Древесина просто, да? Из березы, наверное, тоже не целиком будет лететь.
Только качественная древесина. Или целиком. Ага, вот это мы выкинем. А вот это соберем. В смысле, я не могу забрать? Ух ты. Так, уже 4. Это обычная древесина. Но наконец-то мы нашли качественную, да? Она тяжелей? Обычная. Наверное, тяжелей. Так, ну ничего. Сейчас мы ее более-менее маломальски насобираем. Бук. Бук это не то. Это все бук. Вот береза. Нам нужны березы. Так, а с пня березового тоже качественная древесина? Нет, обычная. Так, только не убегай вот туда. Иди наверх. Давай, давай, давай. Так, давайте приблизим. А вот качественная. Почему она не берется? Так, ну все, да, автоматически берется. Хорошо. Так, а у нас топор уже, да? Очень нехиленько. Исчерпывает свой ресурс. Так, сколько мы собрали? Уже 38. Кабанчики, привет. Так, давайте тоже шерсть соберем кабанчиков. Что нам опять для этого выкидывается? А давайте мясо съедим. Кстати, тогда сделаем и костер. Для костра нам нужен камень, а для камня кирка. Так, здесь 3. Так, тогда пока временно выложим вот эти доски. Так, ставим костер. О, без досок я даже костер, да, не могу поставить. Теперь-то я могу поставить костер? Могу. А еще я могу поставить вот это и поджарить мясо. Так, забираем обратно. Так, что опять у нас... Наполнилось все. Так, мед, курки. Ой. Так, смотрим. Ну, пищу мы пополнили немного. Что делаем дальше? Так, ну здесь я вижу, уже идет как бы на закругление, да? И здесь мы придем вот так, наверное, да? Как-нибудь. Ладно, продолжаем наш путь. Попутно убивая такую живность.
Блин, и топором надо нам переставать орудовать. Потом мы так его израсходуем, и все. Пиши пропало. Так, сколько? 38, да? Ну, больше мы вряд ли соберем. Потому что топор уже отказывается работать, скажем так. Блин, опять вот эти вот дурацкие овраги. Угу. Подземелье. Давайте быстренько отметим его. И пойдем дальше. Потому что сражаться в подземелье без топора, что-то мне не очень охота. Да и тем более у нас операция, скажем так, была не захватническая, а именно разведывательная. Скажем так, разведывательная серия. Определяем границы. Что-то жесть их определять. О, неужели? Какой-то конец острова, да? И там же идет начало следующего. Это жесть. Так, где у нас место поуже? Так, наверное, здесь, да? Будем тогда здесь переплывать. Хлоп. Так, продолжаем нашу беготню. Не знаю, правда, зачем. Я уже и сам от нее устал немного. Но, в принципе, мы нашли пчелок. Это довольно неплохо. Будут нам мед притаскивать. Ну, еще всякую всячину, возможно, на карте пооткрываем. Так, ну этот домик мы будем пропускать, потому что алебарда бить его долго, а топор у нас почти сломан. В смысле? Сходу меня взял и отравил? Вот это поворот. Так. Но еще вот там какие-то у нас острова непонятные. Давайте-ка на всякий случай посмотрим, может туда как-то пройти можно. Так, мобы не идут, нет. Ну, такие острова. Не знаю, и не вижу я ничего. Не думаю, что там что-то есть. Ну и вот, да, остров наконец-то пошел на пресс. Да, нехиленько так мы бежали. Значит, наверное, и вот здесь также, да, он небольшой. Или тоже все-таки большой. Ладно, чего загадывать. Где наш мед? Мед мы съели. Просто будем проверять. Так, кстати, готов. Эйктюр наш. Здесь ничего. Так, едем дальше. Грибы. Ну, раз их так прямо много, то возьмем. Что дальше? Здесь скелеты, да? И обычный домик. Тогда ставим домик. И идем дальше.
А там что? Там у нас война. Здесь нет нигде подземелья случаем. Олень, привет. Мне уже не до тебя немножко. Так, здесь песок, и дальше вроде особо ничего нет. Блин, опять надо переплывать. Это где мы? Это мы уже недалеко, в принципе. Ну, неплохой у нас такой забег получается. Зато более-менее узнаем границы острова. Как говорится, разведка первее всего. Ну да ладно. Если начали, надо уже доделать. Хотя бы с этой части острова. Да? Хотя бы вот здесь так вот добежим. И можно уже будет напрямую вот так к нашему домику идти. Сколько у нас вообще домиков? Нормальных. Раз, два, три. Так, ну подожди, три. Еще вот здесь четыре. Ну да ладно. Так, гриб. Скелеты. Какого рожна вы здесь делаете? Может, подземелье где-то здесь? Или просто так гуляете? Так, ну это даже за домик я не могу считать. О, тролль. Значит, там домик тролля, да? Давайте быстренько отметим. И пойдем дальше. Вот так у нас работают географы, да? Ладно, шучу. Так, что дальше? Давайте туда посмотрим, сбегаем. Угу, еще какой-то домик высоченный. И наверху скелет-лучник. Ну, шикарно. Так, давайте быстренько отметим домик. И поехали дальше. Олени. Скелеты. А вот здесь, наверное, подземелье, да? Да. Так, быстро отметим подземелье. И опять же погнали. Ух ты. А вот это можно разрубить? О, не зря, не зря. Но топор уже все. Насколько мы... О, полтинничек. Шикарно. То, что нужно. Бум. Олень пугается нас. Так, куда мы вообще бежим? Ух ты, ё-моё, он как-то вот так, что ли, пойдет? Вы серьезно? А, ну, не прямо так, но как-то вот так, да, получается? Потому что я уже вижу края. Да. Вот это биомчик нам сгенерировался. Я думаю, один из странных биомчиков. Ну, редких. Ух ты. Молнии там вдалеке. Только почему-то шум от молнии не доходит.
Слишком далеко, что ли? Но было бы прикольно, если бы шум даже был. Блин, ну вы серьезно? Это вот теперь меня еще вот как-то вот так, да, обходить? Жесть какая. И все это черный лес. Так, здесь ничего ты не охраняешь? Сундук охраняешь. Так, так. Забрали и пошли. Называется, нашли. Ну, е-мое, он вообще, что ли, край сужается, что ли, или чего? Что за такие узкие леса, очень неудобные для бега получаются? Ну, наконец-то, поворачивает уже. Так, малинка. Сколько грибов-то собрали уже? 19? Неплохо. Так, это у нас, скорее всего, тролль здесь живет. Давайте напишем. Кстати, и... Так, уберем и поставим, и напишем тоже. Роль. Медь. Оп, не то. Так, едем дальше. Так, ну и насколько он узкий был? Ну, трындец, конечно. Только время зря тратим на исследование этого дурацкого острова. Что же это за Вальхейм? Что же это за мир такой? Почитал я чуть-чуть о мирах скандинавских, скандинавской мифологии. И там сказано только про 9 миров. Мы прилетели, получается. Ну, как прилетели. Птица нас принесла из Мидгарда. Не знаю, что там с нами произошло. Возможно, раньше мы были воином и погибли в сражении. Но обычно таких отправляют в Вальхаллу, хороших воинов. За ними спускаются валькирии и забирают Вальхаллу. Но только половину, а вторую половину непонятно куда. И также все миры соединены Игдрасилем. Игдрасиль — это такое дерево. Вроде считается, что это ясень. Называется тип дерева. Или вид дерева. И этот ясень своими корнями и ветвями, скажем так, реально проходит через все миры. Но здесь говорилось, что Один обрубил ветви, которые соединяют Вальхейм с нашим древом жизни. Так, что у нас здесь? Давайте добежим до конца. Посмотрим. Ну вот, на той стороне мы, в принципе, уже были, получается. Да? О, нет. Не совсем так. А вообще были, похоже, да. Так, а здесь мы отмечали?
А, ну да, отмечали. То есть это реально такой был полуостров, и можно было к нему не бегать. В принципе, немного зазря получилось. Так. Ну-ка. Вот здесь, да, можно нормально же пробежать. Получается, да. Так. А Вальхалу наш персонаж попадет, вероятно, только после того, как победим всех пятерых боссов. Так, поплыли. Кто за нами? Вон какой. Гоблин бежит. Так, ладно, теперь бежим в эту сторону. Так, что это такое там отсвечивало? А, это просто, наверное, от луны отражение. Так, ну вот это тоже мы за домик считать особо не будем. Только заберем всякую всячину. Так, а это медь, да? Давайте-ка отметим. Опять же, это такой дурацкий островок. Значит, нам переплывать опять, да? Ладно, ничего не поделаешь. Только надо стамину, блин, восстановить. А то так и можно не доплыть. Так, вот здесь вроде можно даже пройти. Хорошо. Тогда пошли. Так, куда дальше мы пойдем? Вроде туда, да, нам? Ну да. Как-то так. Да. Серия прямо, скажем так, не особо веселая. Но что поделать? Следовать все-таки надо. Да, прямо такое островное, полуостровное. Биомчик получается. О, домик. Вот это уже можно за домик считать. Или это, да? Тогда быстренько ставим так и так. А в домике есть что-нибудь? Кстати, давайте посмотрим, кто из них круче. Эти наши мобы или скелеты. Смотрите-ка, зарубились их скелетов. Ну ладно, тогда по тапкам. Так. Здесь что? Понятно, все то же самое, ничего нового. Да, очень утомительное путешествие у нас получается. Но хотя бы мы уже примерно знаем, как выглядит островок наш. Оп. Не надо меня догонять, ребята. Это вам совсем не нужно. Так, здесь у нас резкий поворот получается. Ну, относительно резкий, да? О, и начались луга. Хорошо. Ой-ой-ой, извиняюсь. Непредвиденная ситуация. Так, ладно, что мы будем делать дальше? Когда здесь закроем, наверное, пойдем вот так напрямик. А, вот здесь гора у нас получается. Просто обойдем. Или может все-таки закрыть вот эту территорию и пройти вот так.
Ну, может, даже вот так и сделаем. Кстати, может, даже заглянем в наш первый домик, посмотрим, после стольких ливнев случилось с ним что-то или нет, сгнил он или нет. Вот это будет, кстати, интересно. Или, если не сгнил, то могу предположить, что в черном лесу какой-то странный дождь. Либо какая-то такая атмосфера. Что именно на этой территории, без крыши, здание начинает гнить. Так, ну вот, в принципе, и все, да? Добили мы до конца открытие этого острова. Ну, как относительно до конца, потому что у нас еще вот здесь надо обследовать, потом вот здесь надо обследовать. Но более-менее уже что-то вырисовывается. Адекватное, скажем так. 42-й день уже, ё-моё. А мы еще даже не нашли местоположение второго босса. Печалька. Что это значит? Значит, надо искать подземелье. Обшаривать подземелье в черном лесу. Так, а где наш домик? Домик здесь получается, да? Тогда мы как-нибудь вот так пройдем, пройдем, пройдем. Дойдем до домика и пойдем обратно вот так вот. Как-то так. Так, что у нас по весу? Ну, еще можем что-нибудь пособирать. Хотя, у меня же есть колючки. Поэтому при случае можно, конечно, телегу с собой нагрузить, но что-то мне неохота вот телегу вести через особенно вот этот вот обрыв. Да. Будет как-то это все странно. Какая природа неплохая, да? Так, получается у нас, да? Получается примерно то, что мы и хотели. Сюда, потом обратно. Хорошо. Но, ё-моё, только не застревай. О, сейчас и способность откатится от первого босса. И опять же будет все побыстрее. Так, тогда первым делом, на что мы будем доски тратить? На апгрейд верстака и кузницы. Желательно даже кузницу посмотреть. Ух ты. А мы вообще поднимемся? Давайте-ка немножко вот так оббежим. Потому что-то я сомневаюсь, что мы адекватно сможем подняться. Просто надо найти место, где мы можем нормально спуститься. В принципе, наверное, вот там. Почему он так вот наклоняется? То на 90 градусов к плоскости, то старается все-таки идти
вертикально. Странно, наверное, это все-таки глюк какой-то у игры. По идее, наверное, так не должно быть. Так, а что я, костер могу поставить? Че, ни камня, ни дерева, да? Так, еще камень. Кабанчик, привет. Могу ли я тебя алебардой заклюкать? Иди сюда. Вот так. Чего, дерева еще не хватает? А теперь-то всего хватает. Хорошо. О, что у нас здесь? А, ну заодно вот эту тогда изведаем область. Будем любоваться красотами наших лугов. Так, так, так. Теперь. Ну, теперь к нашему старому домику. Мне действительно любопытно. Остался он нормальным или все-таки подгнил. Так, что-то мы мимо ягодок пробегаем, а все-таки они лишними не будут. Тут у нас их 16, потому что на дорогу мы потратили довольно много ресурсов, по идее. Так, а че я мимо оленей бегу? Я же могу все-таки шкуру забрать какую-никакую, да? Тем более он меня и не заметил. Так, ну шкуру забрали. А, мясо еще, да, осталось. Так, Нак, иди-ка ты отсюда. Офигел, Нак. Да ё-моё. Че я такой кривой? Иди сюда, давай. Хорошо. Что мы можем скинуть? Давайте трофей пока выкинем. А мясо извиняюсь, заберем. О, вон наш домик. Смотрите-ка, он реально гниет. Все-таки обязательно требуется крыша. Как это не прискорбно, да? Так, что у нас осталось здесь что-нибудь? Почти все мы вынесли, да? Починиться мы можем. Так, нужна кузница, да? Но мы можем зато передохнуть. Кстати, колоду давайте заберем тогда. Так, она нам вообще нужна, эта колода. Так, давайте пока что поскидываем. Я даже не знаю. Так, еду мы приготовим. Так, пускай все-таки, наверное, колода будет. Что-то я поспешил тем, чтобы ее выкидывать. Так. Брать, не брать, ладно, пока не буду брать. Хотя можно, кстати, взять и построить крышу, чтобы домик не гнил так сильно. Так, 4. И тогда будет вот такая крыша.
Интересно, это сильно поможет, чтобы домик не гнил. Да ё-моё. Так, тогда вот этот идет нафиг. А почему не ставится? Что за дела? О. Все, да? Дров нет. А мне и топора нет, чтобы нарубить. Так, тогда мы можем что? Немножко потолок забрать. И соберем отсюда дерево. И давайте все-таки доделаем крышу. Дерево ты будешь браться, а? Так. Давай, давай, давай. Здесь опять угловую. Угловую. И все. Завершаем. Окей. Тогда вот эти крыши тоже можно уже снести за ненадобности. Так, уберем обратно и возьмем обратно. Так, ну что, более-менее мы сохранили домик. Так, ладно, инвентарь полон. Ладно, милый домик, ты нам хорошо послужил, но нам надо идти. Так, что дальше? Теперь мы идем вот так к нашему домику. Так, это тот домик или не тот? Если я вот здесь погиб, по-моему, домик вообще вот здесь находится. Почему-то я это не указал. Ну да ладно. Так. Убрать щит и бежать. Так, опять нам нужно будет... Хотя вот здесь, наверное, тоже расстояние какое-то не очень большое, да? Да и вообще, вот здесь я... А! Вот здесь я, получается, пробегал. И там еще какой-то остров виднеется, да? Да. Ну да ладно. Все это сейчас не к спеху. Главное, мы дрова-то взяли. Качественные, да. Опять есть хочет. Так, грибы, это хорошо. И опять этот дурацкий овраг. Наверное, все-таки не особо нам стоит. Кстати, мы могли построить портал, получается, да?
Давайте-ка построим. У нас же есть ядра. Построим около этого домика. Что-то я ступил совсем. Надо вернуться. А можно даже не у этого домика, а... Хотя не знаю, портал тоже под дождем будет промокать или нет. Так, что мне нужно для портала? Верстак. Для верстака нужна древесина. Это мы пока выкинем. Да, алебарды будем в деревья тыкать. Как забавно. Так, а если все-таки кулаками попробовать? Да, довольно долго. Так, сколько нам нужно на верстак? Наверное, 10. 10 есть, есть. О, почему я не могу верстак поставить? Подходящее место. Странно. Неужели рядом с алтарем нельзя ставить верстак? Ого. Вот на таком отдалении только. Ну тогда и смысла нет нам. Так, мясо. Мясо тогда выкидываем. Эти доски забираем и пошли к нашему домику. Где-нибудь у домика мы сделаем портал. Ой, блин, а может быть и в самом домике, если получится. Если вообще такое можно. Так, опять наш домик. Починим мы тебе потом. А пока что смотрим. Так, портал. Да, можно сделать. А если... Есть возможность вообще тебя на втором этаже забабахать? Портал, а портал? И реально вот так стоит. Уген, здорово. Так, портал отлично подходит для быстрого перемещения между разными частями мира. Конечно, сначала вам нужно построить их с обоих сторон, затем дать им одинаковое имя, и они сами заработают. О, все понятно. Так, так у нас портал намокнуть не должен. Тут как-то немножко странно крыша выглядит. А, вот портал чуть-чуть вылезает. Ну ладно. А, имя. А как нам дать имя порталу-то?
метка. Давайте пускай один будет. Метка один не подключен. Блин, будет он мокнуть или нет? Давайте все-таки его. Блин, вниз что ли поставить? Давайте реально пускай внизу стоит. Вот так и поставим метку один. Если бы метку не поставил, было бы вообще забавно. Так, кстати, уже вечереет, тогда. А, костер, костер, костер. Давайте спать. Переночуем, наберемся сил и отправимся уже к нашему другому домику. Так, а в смысле холодно? Я же это... Вроде как с утра проснулся. Все тепло должно быть, все дела, да? Так, куда нам путь держать? Вот можем ли мы на плоту все это переплыть? Давайте-ка реально попробуем. Добежать вот куда-нибудь отсюда. Там забабахать плот. И на плоту все это дело переплыть. Так, древесины 9. А, древесины надо будет собрать. А собрать мы можем нормально алебарды, только вот эти вот штуки. Дерево 25. А что для плота нужно? О, шкурки. А что у нас по шкуркам? 3 только. Беда. Значит, нужны кабанчики. Иначе мы не поплывем, да? Ну, если не поплывем, то побежим. Да, давайте пока бежать по лесу, смотреть и выискивать кабанчиков. Вот я их пока не вижу. Но я думаю, по-любому троих-то мы по пути найдем, пока бежим. Во, вот и первый парень. 4. Блин, а вот с оленем так не получается. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, да? Да блин, что за подлаги, микроподлаги? Локации что ли подгружаются? Не совсем оптимизирована подгрузка локаций получается, да? Поэтому у меня и подлагивает. О, вот это, наверное, дуб. Дуб, да. Вот его тоже как раз-таки можно топором лупашить. Ну, блин, кабанчики, покажитесь. Опять олени. А вот там подальше. Кстати, давайте пока оленя тогда заберем. И еще одного сахатика. Бум. Бум. Ай, блин. Спугнули только. Плохо.
Ух, как ярко, а. Кабанчиков не видать. Эх, грусть, печаль. О, кабанчик номер два. Иди сюда. А чё, не с каждого кабанчика ску... А, вот. Курка есть. И остался последний кабанчик, получается. По-любому он же должен быть, да, здесь где-нибудь. Так, что за звуки? Кабанчик, выходи. Ты мне очень нужен. Так, ну это дурацкий гоблин. А где кабанчик? Не может быть же такого, что больше нет кабанчика. Ну ё-моё. Блин, это олени. Так, ну хоть с оленями более-менее научились расправляться, да? Блин, столько мяса, конечно, теряю. Все ради чего? Ради одного этого, да? Шикарно. Так, так. Блин, ну нет кабанчика и нет, а? Что ты будешь делать? Ладно, тогда переплываем. Так, там еще три оленя нас ждут. Интересно. А вот кабанчиков нет. Что у нас по стрелам? Еще есть. Так, ну хорошо. У тебя получилось забрать одного. Так, где эти хрюкающие, фыркающие кабанчики? Кстати, у нас же он готов. И надо глянуть, щит у нас отнимает скорость бега, да. Так, олень, олень. Как у нас вообще? 12 шкур, неплохо. О, кабанчик, наконец-то. Так, хорошо. Перейдем к воде. Успей, успей, да. Почему не попадает того? Так, все, мы у воды. Что нам нужно для нашего плота? А, верстак. Так, верстак, верстак. О, да ладно, рыба. Что выкинуть? Ядро, конечно, не хочу я выкидывать. Камни. Камни выкинуть. Ладно, не будем. Пофиг с этой рыбой. Так, теперь. Да ё-моё, а.
Только соберешь и что-то делать. Вот как тут. Так. Двадцать, да? Итого 19. Итого 20. Так, теперь скидываем плот. Да. Забираем это. И погнали колесить просторы. Так, использовать, да? Что мы там делаем? Я уже не помню. Как там? Сбросить парус-то. А, все, понял. Так, куда нам плыть? Ага, разворачиваемся мы правильно. И плыть нам, ну, примерно вот сюда. Так, управление нашим плотиком. Подходим к этому рычагу. W это, ну, три раза нажимаем, меняем скорость, соответственно. Три раза это максимальное. Ну, управление, грубо говоря, как и пешком СВД. Так, надеюсь, мы нормально доплывем без каких-либо отягощающих обстоятельств. Кстати, плывем хорошо. Ветер прямо со спины нам дует. Ой-ой-ой. Океан-то нам не нужен. Так, а как же нам тогда около берега крутиться, вертеться, да? Почему океан? Это же, блин, озеро у нас такое. Музыка неплохая. Наверное, все-таки вот здесь мой домик. Но плывем мы хорошо. Ладно, на этом, пожалуй, все. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.